Давай я хоть блог, чтобы тебе популярнее немного стал. Привет, друзья. Подписывайтесь на Даву. У меня тоже хороший блог, так же, как у меня. Мы находимся на Джон Кальяна Фест под дикой жарой. А сегодня мы будем обозревать, скорее всего, только какие-то новые интересные вещи. Ну, меньше будем уделять внимание таким продуктам, как типа Dark Side, Burn и все остальное. Почему? Потому что есть на рынке вещи, которые, ну, явно нужна больше такая поддержка информационная. Например, Северный. Нет, чашки Космо можно, вот, да. Да, короче, и мы решили сделать так. Мы дорогу перекрываем нормально, заебись. Ребят, проход закрыт. Че, гидрач вытек, брата? Осторожно, моя машина едет назад. Голубой вагон бежит, качается. Это песня. Ну, короче, вот так вот. Я пытался. О! Вы что тут все? Похуевали ездить, что ли? Да, ну что за это? Вы что, детдом? Что за жизнь? Ого! Кружочек счастья и добра, ребячки! Ребят, всем на Стан-Северный, там самые вкусные кальяны, все вот это вот не курица вообще, Стан-Северный возле сцены. Осторожно! Ребята, всем на Стан-Северный, Северный вон там! Северный самый лучший табак! Ребят! Начало было неудачное из-за Марика, но давайте начнем все заново. Это Джон Кальяна Фест, Вест, Дирти Вест, блядь. Короче, Дикий Запад, Вилд Вест. Такая, собственно, такая темочка здесь. Но как бы нихуя здесь такого как бы нет по факту, да? Просто так прикольная вещица. Так вот. Сегодня мы, наверное, сделаем немного по-другому. Зачем нам ходить постоянно по уже раскрученным брендам, те, которые уже долго на рынке? Давайте-ка мы, собственно, пройдем сегодня по новым участникам, по новым людям, по новым продуктам, которые еще никому не известны. И вот такие вот выставки как бы дают им шанс прострельнуться. И сегодня весь выпуск будет посвящен им. Никакого Бёрна, никаких-то там интересных, да, стендов, а именно обычные ребята, обычный табак, кальяны и, наконец-то, возможно, какое-то новое дыхание в нашей кальянной культуре. Так что поехали, это Джон Кальяна Фест 2019. Начнем с такого бренда, как Адам и Ева. На самом деле, на Джон Кальяна Фесте я им мало уделил время, да и вообще как-то мимо прошел. Но потом я уже подошел и понял, что это довольно-таки интересный продукт под реально странным названием. И это название на самом деле немного путает людей. И многие думают, что что Адам и Ева, что это? Что такое Адам и Ева? Адам и Ева — это возвращение в Эдем. Друзья, это... Ой, ебать, началось, короче. Это утоление нашего голода, который преследует нас всю жизнь. Голода почему-то настоящему. Это ключ к ответам, ко всем, которые у нас есть. Ключ к вопросам, да? Забыл. К ответам на все вопросы. Можешь посмотреть. Я импровизирую. Это все не ароматизированный табак, 9 моносортов класса Specialty. Каждый в уникальной своей рецептуре приготовленный, дабы вытащить максимум из листа, дабы погрузить пользователя в лист. Мы запечатали огонь в соусе. Попробуй что-нибудь. Такие дела. Еще расскажи что-нибудь. Что еще рассказать? Табак — это растение силы. Мы, заливая табак аромками, совершенно забыли об этом и курим ради какого-то хайпа непонятного. Хочется показать, напомнить людям, что это вообще такое табак. Трубочники знают, сигарники знают, что такое табак, зачем они его курят, как с ним общаться. Кальянная индустрия забыла. Мы хотим напомнить. Мы хотим напомнить о том, что это не просто так, это действительно наш большой спутник, это тот ингредиент, который помог стать цивилизацией нашей тем, чем она стала. Он объединил народы, он объединил культуры, и он продолжает объединять людей. Для этого мы здесь. Короче, теперь я объясняю доступным языком, без эдемов и прочей мифологии, да? Это ребята, которые делают неароматизированный, грубо говоря, чистый продукт с разными интересными вариациями. Это соусы, да, какие-то? Да, это в основном упор на кулинарию. Да, на кулинарию, то есть они мешают именно чистый табачный лист с интересными вещами. Но
а обращу внимание на то, что хороший табачный лист. Поэтому, если вы увидите этот продукт, то я думаю, на него как минимум надо обратить внимание и, собственно, попробовать, да, как я сейчас сделаю сам. Откладываем. Так, еще малоизвестный продукт на рынке – это догма. Догма. А у вас, чувак, с туалета есть? С туалета чувака нет. Кто прохавал, да? Да, прохавали, да? Нет. Ребят, расскажите, да, я сегодня снимаю именно про новые продукты какие-то. Не Бёрн, не все известное. Вот такое вот неинтересное. Интересное, наоборот, да? Что это? Рассказывай. Это бленд из сигарного листа и Вирджинии. 47% это сигарка из Никарагуа, Доминиканы и Кубы. 53% это Вирджиния, на которую очень хорошо накладывается аром. По цене как в розницу? По цене в розницу за 250 грамм мы хотим брать в розницу 1500. На данный момент пока акциза нет, когда акциз появится, 1622. Нормально. Что еще интересного про продукт? Какие-то вкусы интересные, что-нибудь есть? Слушай, во-первых, я в любом случае... Создайте человек говномонстр вот этого. Ну, догма, говномонстр как бы там. Я понял. Дерьмодемон. Дерьмодемон, да. Такого у нас нет. А мы все-таки тайное секретное общество, идем именно к этому. Я бы рекомендовал попробовать белое полусладкое. Это вкус, после которого любая девушка вам пойдет с вами. Я думаю. Бля, ну я представляю, пойдем на белое полусладкое, она такая, давай, прибухнуть хочет, бля, а ты кальян не ставь, на, кури. Будешь пробовать? Давай. Сначала так, попробуем. Да, давайте попробуем, чуть-чуть понять. Пробуем. Это догма. А откуда, какой город? Ижевск. Ижевск. Ижевск знаменит только концерном Калашникова и догмой. Как вся Чечня. Ну, прикольно. Такой, знаешь, нейтральный вкус держи. Как сигарку чувствуешь? Ну, слабо. После, собственно, Адама и Евы сигарку сложно почувствовать. Так, ну, в принципе, интересно, ребят, это догма. Я бы тебе рекомендовал ананасом. Я сейчас попробую и уже потом просто откомментирую. Так что, ребят, это догма, тоже как бы интересный продукт, я думаю. Все, курица, хорошо. И попробовать, как минимум, я его тоже бы порекомендовал. Ну, а это у нас углерод, это максимально интересные ребята. Они работают... Собственно, с карбоном. Привет. Здорово. Как дела? Все пойдет? Так, мышечки вы у меня уже видели, да, вот они, собственно, вот такие. У ребят еще появился уголь. Да, все верно. Что по углю? Что интересного? Да, работали. Индонезия, все нормально, в коробке приходит. Да, первая партия окей, потом трещины пошли, как по классике, я понял. Доработали, все хорошо, меньше пепла, короче, как и все. Можно по стандарту, да. Но не будем рассказывать, нужно брать и пробовать. Приехал у нас в Питер, сейчас стоит в порту. Растамажен на эту неделю, на следующей неделе поступает в продажу, начинаем работать, все будет хорошо с ним. Мунштуки видели все благодаря тебе. Тунбусы также. По кальянам. Дойдем до кальянов. Появились у нас наконец кальяны. Мы их сделали, презентуем. Это полностью карбоновый кальян с титаном. С титановым блюдцем, цельно фрезерованным. С титановыми всеми деталями. Сколько он стоит? Стоит он много. Он 94 600 на сегодняшний день. Ёб твою мать! Соточка. С доставочкой. Да. Но есть очень хорошие вещи с ним. Мы его изготавливаем индивидуально под клиента. Мы делаем, согласовываем с заказчиком плетение карбона. И мы можем выбрать его, сам плетение, и сделать. Вот, например, на примере колбы я плетеного карбона. Это что-то похоже на Lamborghini Huracan Performan. Красиво, ребят, да? Красиво, ебать. Легкая, блядь. Легкая, пиздец. Весь кальян, если убрать металлические части, он весит 728 грамм. То есть сам карбон меньше килограмма. Нормально. Весь час мы с чашей, правда, не мерили, не взвешивали его с водой. И в этом исполнении он 3800 весит. Охуенно. Короче, ребят, это как минимум, ну, на кальян денег явно не хватит, но... За мунштучками обратиться рекомендую. Очень хороший подарок, ну и для личного пользования. Мы такое разыгрывали. И чувак, который его выиграл, до сих пор на нем курит, я в инстаграме смотрю. Ладненько, идем дальше. Это был у нас углерод. А мы пойдем смотреть дальше на ковбоев. Это BS Хука. Я о таком тоже не слышал, но вижу, что на карусели крутится кальян. И он 360. Кстати, охуенная демонстрация того, как он крутится. Спасибо. Собственно, вот так. А когда я вижу такой кальян, я сразу вспоминаю Халил Мамун КС-1.
ну, олды поймут, о чем я говорю. Вот ребят, что рассказывайте, что он стоит? Он стоит 14 тысяч рублей. В комплекте. Сейчас для гостей этого. А не всего. Для гостей. Не гостей, будет розница 15 тысяч. 15 тысяч, ну, 1000 рублей с качуха, да? Ну да. Что нового, что интересного в нем такого, о чем можно рассказать, похвастаться? Система вращения 360 градусов, собственно, на стенде представлено. Да, я видел. Крепление штука на блюдце. Пяти положений, его можно фиксировать, как бы, это удобно. Ну, не будет, нужно думать, куда его положить. Не ржа. Ну-ка, можно я эксперимент проведу немного один? Мы это сделаем. Пропусти его туда, да, и вот так вот, собственно, мы его сделаем. Ну, получается, что большая часть шланга будет валяться на полу. Его можно обрезать. Ну, это не то, блядь, это кощунство. Это все кощунство. Простому кальяну нужно для того, чтобы привет. Обойти стол. Как минимум, вот это кольцо, оно ему понадобится. Нам оно не нужно, потому что шланг сам потерял. Мы понимаем, что длина шланга при нормальном столе, она будет на порядок ниже. Ну да, прикольно. Здесь стандартный шланг, поэтому мы не стали заморачиваться. Потому что люди стоят и в дальней очереди оттуда подходят. Ну да. Ну, короче, ну выглядит он прикольно. Спасибо. 15 кусочков тоже концепт. BC-концепт, короче. Ну, прикольно, 360, на самом деле, прикольно, когда кальян курят 6 человек, и он крутится, это очень здорово, я скажу вам так. Это очень круто. Так, а вы у нас кто? Legal Joy. Legal Joy, здравствуйте. Рассказывайте, что это такое? Это табак. А откуда, что это? Это для чаевых? Прошу прощения, 5 минут. Я уверен, что вы за классика, потому что я вас знаю очень да? Хорошо. Да. Так, ладно, нас куда-то ведут бить, походу. Давайте у девушки забирать не будем. Девушка забирать не будем. Но... Она как раз по двойнушечке залетает. Да. Так, попробуйте. Ладно. Сейчас попробуем двойное. Если хотите. Давайте. Ну ладно, да. Посмотрим двойное. Я, кстати, в двойном нахожу немного другое, нежели сравнивать его просто с альфакером, да? Выражение лица вот здесь надо посмотреть очень аккуратно, потому что это наш друг, он любитель старые добрые времена, так что старые добрые времена на лице сразу появляется. Это тот табак, который первый кальян, который покурили. Да. Да, это двойное яблоко. Такое, знаешь, да. Анис, который расплывается вот, во рту. Вот этот первый альфахер, который вот мы курили с тобой. На карбоновых углях? Да, карбоновых. Да. Мы как раз вот с тех времен и работали над этим, чтобы сохранить реально так, старые добрые времена. О, грейпфрут. Грейпфрут клю. Попробуем грейпфрутик, это Legal Joy. Перегрелся. Так что не обращаем внимания, это удалим. Застоялся. Ну, блю, вот это, приставочка, она как жвачка, грейпфрутовая жвачка. Да. Вот я люблю вот старые добрые люди, вот реально. Что по цене как вот... продукт? У нас акцизный товар. Акцизный по цене в розницу, не на Джон Кальяна Фесте. Ага. Активный товар, да. 20 грамм актив. У нас стоит оптовая цена 80 рублей. 80 рублей за 20 грамм? 50 грамм. А, 50 грамм. 50 грамм, 150. Чё, блядь? Акцизный? 20 грамм, 80 рублей. А, ну 20 грамм, 80 рублей. Да. Я думал 50 грамм, 80 грамм. 50 грамм, 155 рублей. Ну, акцизный продукт 150 рублей вполне нормально. Да. Ну, курица прикольно, да. 200 грамм. 520 рублей. 200 грамм, 520 рублей, табак Legal Joy. Кто хочет окунуться в олды, то двойное яблоко надо будет покурить. Прикольно, кстати, хорошее. Да, виноград, я уверен, что вот виноград и... Да, я понял, и, да. И watermelon. А я сейчас прокурю, мне нужно просто показать продукт, понять, что это за продукт. Короче, продукты, ну, интересные на самом деле. Такое, знаете, прям реально двойнушечка прям очень хорошая была. То, что у грейпфрута добавили вот это блю, это лишнее. Надо было грейпфрут сделать более-менее чистым, было бы пиздато. Так, есть еще одни ребята, Shadow Hook'а, прям не отходим вообще. Привет, Дава. Как дела у вас, ребят? Вы новые на рынке, поэтому я на вас внимание обращаю, как конечно, бы. Конечно, можешь попробовать наши кальяны. Да, что они, рассказывай. Давайте вот про
Вот это, да? Модель. Это модель Evolution. Она сделана здесь вот, это карбон, вот здесь цилиндры из карбона, то есть это не палка с накладкой, а это прям, мы прям точим ее, она цельная внутри, пружина, здесь тоже цилиндры из карбона, продувка вверх, ну, сейчас покажу, как курица. Давай, давай, покажи, что-нибудь интересное будет у него. Вертикальная продувочка. Что вам по цене? Прочная цена вообще планируется 8900. Это за комплект с штуком. С колбой? Без колбы. А, без колбы. Без колбы, да. Ну, это все настоящий карбон. Ну, а палка это... сколько стоит? Розничная цена вот этой палки 3900, вот эта цена, цена 3500, это продувка вверх, но вот эта палка на магните, ну, да, мы да. очень хорошо даем зарабатывать в опыт, реально очень хорошо, и по сути у нас это все полностью разборное, диффузор из нержи, плюс магнит, цена... ВОП там, грубо говоря, начинается там 1,7, это да, самый крутой ВОП. Ну, 1,7 и 3,9, сами понимаете? Ну да. Разница 2. Прикольно. И в регион, в котором есть уже покупатели, мы не продаем. Мы, то есть, если есть покупатели в каком-то регионе, мы уже отдаем туда. То есть мы как бы не продаем сами вроде. Я понял. Прикольно, это Shadow Hook'а. Молодцы. Прикольный карбончик осваиваем. Ну, прикольные кальяны. На самом деле очень много на фесте представлено именно кальянов, нежели табака, что очень странно, да? И вот, собственно, мы подходим к еще одному стенду, это Danger Hook'а. У них есть также Malaysian Mix, это бестабачная смесь. Сейчас подойдем. Ребят, что такое Danger Hook'а? Секундочку. А, деньги считаешь, окей, не отвлекая. Кэш. Здрасте. Привет. Какие вопросы? Что такое Danger Hook'а? Это бестабачная чайная смесь. 100 рублей не будет? Вот. Есть две линейки, но не две линейки, две крепости. Стой, подожди, есть Malaysian Mix, я о нем знаю. Вот. А что такое Danger? Это фирма Danger, а от фирмы Danger линейка Malaysian Mix. Это ты? Какая визиточка, чтобы его еще и узнавали, короче. Конечно, да. Да, не видел таких еще, да. Вот, сейчас у нас 20 вкусов, а в середине августа добавится еще 4 вкуса и изменятся пачки. Пачки будут немного ниже. Это ты? Это он, молодой. Да. Понятненько, я понял. Вот Malaysian Mix, Danger, это бестабачная смесь, она, кстати, очень сладкая. Любителям прям сладкого-сладкого в самый раз, вот прям вот будет круто попробовать. Ну и на самом деле у них очень интересно именно составляющая именно упаковки. Она очень яркая, прикольная, интересная. Но мы, собственно, идем дальше. Ребят, короче, это у нас GBR Hook'а. Табак упакован как Fumary. Тоже о них раньше не слышал, видел только их на этом фестивале. Курица как Fumary, по крепости тоже как Fumary. Дама, респект! Дама лучше! Парень подлетел, я удивился. Тёпа еще лучше, блядь! А ты откуда тут взялся? Короче, прикольно. Прикольно, интересно. Как альтернатива Fumary, я думаю, сканает. Я уже третий, четвертый вкус попробовал, но интересно. Довольно-таки хорошо. Так, акцизный, не акцизный. Ну так, да. На самом деле, стендик немного неразговорчивый был, поэтому ничего не смог спросить нормального. Так что вот так, ладненько, идем дальше, посмотрим вообще что. Привет. Привет. Здорово, как дела? Нормально, здорово. Здорово. Мы только доехали. Как тебе фестиваль? Ну я понял, бессмысленно спрашивать. Да, да. Как тебе пробки? Как тебе пробки? Как тебе Москва, классные. Братан? Москва, сон Москва. Сон такой как? Спокойный был. Москву обожаю. И сейчас вот буду изучать выставку, потом подойду к тебе и скажу, что ой, как здорово, да. Все классно, вот так будет. Антону вот так, да? Ладненько. Короче, тут есть бонч, я не знаю, относить к кому ему. К чему-то новому или к чему-то уже старому. И непонятно, да, как бы. У них новые баночки появились. Когда будет продажа, тоже нихуя непонятно.
Так что вот так. Ребятки забивают. Где все кальяны-то? Моем кальяны. А, моете? Моем кальяны. Понятно. Да, да. Моют ребят кальяны. Это бонч. Ладно, идем дальше смотреть, что есть нового, интересного. Как я напомню, сегодня только про новое и что-то интересное. Такое, да, там, что-то такое не обозреваем, и не обижайтесь. Так что мы пошли. Так. Be Smoke. Что это? Ребят, вы, как я понял, кальяны. Опа. Прикольные, красивые, 3D-шные такие. Это смола, да, вот это эпоксидная? Это смола и стабилизированное дерево, пропитанное люминофором. Да, прикольно, они светятся в темноте. Да. О, Дава, привет. Привет. Чё по цене они? От 18 тысяч рублей. От 18 тысяч? От 18 тысяч. Колба хотя бы есть? Нет, конечно. Ой, ебать, да вы чё, какие 18 тысяч, ребят? Вот смотри, ты вот покупаешь оранжевый кальян, вот кайф тебе поставить за оранжевую колбу, оранжевую штамп, ну, взял, да. Ебанул, бля. Ну, 18 тысяч. Ну, зачем я тебе буду, блин, ну, давать, да, синюю колбу и синий шланг, если, блин, да, ты хочешь оранжевую? Зачем, зачем за это? Выглядит приходить? Круто, нормально, бихука. Ну, интересная вариация, кстати, да. Сейчас такая тенденция идет на эпоксидную смолу, начиная от столов, стульев, туалетов. Я даже вроде видел хуи резиновые со вставками из эпоксидной смолы, как бы, да? А, ну, и карбона, да? Не видел еще самотыков карбоновых, хотя я уверен, что они уже есть. А, там наносмог махают, но ребята старые, мы про них не снимаем. Ну, наносмог, короче, наносмог, да, наносмог. Это кальяны наносмог. Так вот, и вот эта тенденция, она идет, но 18 кусков отдавать за эпоксидную смолу, и при ровных руках ты это можешь сам, блядь, сделать. Но не, 18 это прям серьезно и сложно. Так что идем дальше смотреть. Но как концепция, как идея, это круто. Это круто. Еще одна интересная вещь. Они у нас... Это компания уже известная всем, да. Это, собственно, вот, вот это. Но на выставке они первый раз. Поэтому про них можно будет рассказать. Ну и я думаю, можно вот, вот это вот все красивое показать. Да, это CVP дизайн, это вот эти два парня, особенно вот привет. Этот, как дела? Хорошо. И он, собственно, вот что он делает. И я недавно узнал, оказывается, откуда эта компания образовалась. Они раньше делали дрипочки для вейпов. Да? Да. Да? Вот так вот. Чё, как продажи, как что продается? Жарко только. Ну, жарко, ты что хотел? Это же дикий запад, блядь. Когда с вами приедешь? Я думал, его здесь заберу. Ну, да, ладно. Ты длину сказал? Нет, ага. Скажу. Поедете, как обычно. Короче, ну смотри, видишь вот здесь, да? Но. Вот, вот, пусти ее вот отсюда, ну, сантиметров 5. Длину. Ну сколько вот в этом, сколько, блядь? Да я хуй его знаю, ебать, у меня линейки нет в глазах встроенной. Вот смотри, я берем. Вот отдел. Ну, да? Перед Дени вниз. Вот, дней, да, дней, вот. Дней, все, все, вот дальше как бы грубо не тянется. Вот, сделай мне его вот здесь. Вот я же тебе говорю, что надо длиннее. 4 сантиметра добавь. Да, вот так, вот, сделай, вот будь заебись. Вот так. Да, он вычислит, что там, хуйня. Че, как у вас продажи, почем сегодня продаете игрушечки вкусные. Ух ты, какой прям симпатичный. Да, это прикольненький, прям сексик. Ух ты. Супруги? Но. Прикольно, давай, давай как соберем. Раз, да, да, давай соберем. Ну, на каком колечке? Да я не знаю. Ну, выбери. Какое дашь, братан? Какое дашь? Выберем супруги. Еще одна интересная компания, это Hookah Skill. Они делают колбы, они делают уголь, и они делают вот такие вот чашечки. Прикольные, интересненькие, да, ну как бы все мы знаем, на что это похоже, да, как бы общий форм-фактор, но они отличаются, потому что они не такие. У них есть уголь, есть, собственно, вот такие пробнички и вот такие вот интересные колбы. А еще у них очень интересная подача в плане того, что колбочки в красивых коробочках, вот в таких вот, да, лежит одна, вот, собственно, вот такая колба. А чашечки тоже, все, короче, в коробочках, все, короче, интересно. Это компания Hookah Skill, типа, прикольная штучка. Поэтому вот так, это новые компании, это Джон Кальяна Фест, мы гуляем дальше. Что тут за блогерская тусовка? А? Привет, привет. Здорово. Как дела? Отлично, как зовут? Чё здесь?
сердечко, да? Здрасте. Короче, это Стэм Зомо, типа VIP-лаунж. Нас сюда позвали, непонятно зачем, но вроде какое-то знакомство с Зому Раша, назовем это так. Ну и какие-то подарочки должны быть, так что сейчас посмотрим, что будет. А здесь можно посмотреть еще вид. Стенд Зомо. Зома наконец-то официально представлена в России. Это Зому Раша. Собственно, возможно, скажу неправильно, но Зому представлен, грубо говоря, на площадке Дарксайда. То есть вся дарксайдовская база дала возможность Зому полноценно функционировать на территории России. Ну, назовем это так. А если брать тот самый Зому, который был почти 2 года назад на Хука Клаб Шоу представлен, и Зому, который есть сейчас здесь, то это 2 разных продукта. Он очень интересный, дымный, хороший. Прикольный, легенький, свежий. Поэтому, думаю, скоро Зому займет тоже свою нишу, и будет все очень здорово. Ладненько, идем дальше по новым продуктам на российском рынке. У нас есть еще один мощный, но новый продукт, это Real Blend. Собственно, это чайная основа от компании Panda, Kyoko Turbo и всего остального. Не чайная, братишка, не чайная, это основа. А, не чайная? А, волосяная покрова. С твоей бороды. Да, короче, грубо говоря, кто помнит Soex? Вот вспомнили Soex, вот это сено? Вот, собственно, здесь примерно то же самое, но я не уверен, что это то же самое, да? Если бы я знал, что это то же самое, я бы сказал бы, что это то же самое, но это не то же самое. Тавтология, вот эта тавтология, да, вы иногда заебываетесь, а смотреть отвечаю. Здорово. Как дела? Чего это такое? Сырье тут у нас идет кукурузное волокно, также жидкий никотин, идет просто ароматизатор, накладывается. Забираю? Бери, братишка. Если он, да? Подожди. Там одна баночка? Там еще положить. Сколько там баночек? Закинь еще какую-нибудь другую. Короче, ну вот. Вот такой вот Real Blend. Ладно, мы его попробуем. Возможно, даже снимем обзоры и посмотрим, что это такое. Все, спасибо. Потанцуй, братан. Что мы тут думаем? Так вот, манера просто пухая. В целом уже как бы солнышко спало, уже все комфортно, но ебальники у всех сгоревшие. Настолько сгоревшие, что вы просто посмотрите, блядь, как он сильно сгорел, блядь. Не-не, вон там еще один сгоревший. Вообще пиздец. Вот так вот. Будешь? Не, я ж за рулем. Короче, ну, солнышко спало, вроде все стало хорошо, но люди реально заебанные, потому что ходить долго, пиздец. Короче, нам не угодишь. Маленько, тесно, нахуй. Большое, просторное, долго ходить. Короче, хуй пойми, как... поэтому непонятно. Мы сейчас еще пройдемся по парочке новых интересных стендов. И на этом новые малоизвестные стенды закончились. И сегодня весь выпуск, грубо говоря, будет посвящен именно им. Еще у нас здесь есть такой стендик с табаком Руда. Я не знаю, мало слышал также, да, как бы, собственно, и весь выпуск будет про такие табачные компании, кальяны и прочие компании. Собственно, у них по вкусам такое вот, можете посмотреть. Привет. Привет. Что это такое, Руда? Откуда вы, ребят? Мы из Казани, табак по крепости чуть выше среднего, то есть это Virginia's Burley. А по цене сколько? По цене сегодня на фестивале это 350, а вообще... За сколько грамм? 100 грамм.
100 грамм. А акциз есть? 100 рублей. Акциз уже готовится. Ага. Думаю, уже осенью будет акциз. Понятно. То есть баночку мы уже меняем, упаковочку, под акциз, все. Ага. Сегодня презентовали два нового вкуса. Это Yellow Peach и киви. Ну давай-ка киви, давайте проверим, насколько у них крутой может быть киви. А может и не крутой. Свежие, да, они? Прикольные, интересные. Не совсем киви, я бы сказал, но интересно. Ну это больше такой, можно сказать, смузи, то есть вот это прям черные косточки. Вот, да, прям, вот так косточки, ягодки, так, кислиночка, да, такая. Это ясно. Заебался. И персик надо попробовать тоже. Ну и давайте попробуем персик. Да, компания Руда. Ребята новые. На рыночке интересные. Попробуем, что у них. Ну, честно, киви такой специфичный город. Очень специфичный и странный. Как от киви немного нравится. Другого ожидаешь. Ну все, раз повторюсь, это компания Руда. Табак Руда, Казань. Тоже попробуйте, оцените. Как бы, думаю, понравится. И есть у нас такой стенд, и он, скорее всего, будет последний. Это М18 Smoke Grenade. Я пока не понимаю, что это, но давайте спросим. Привет, привет. Как ты? Нормально, ребят. Что не пишешь, где ты пропал? Да. Пропал, братан. Очки тебя не видно? Да, детонирован. Что, на Кавказе живешь? Не, братан. Не штрафуй? Не, не штрафуй. 500 рублей есть? Не, 500 нет. Этот, протокол вставляй, я подписывать не буду. Что, ты пакуешь еще? Что это такое, объясни. Это М18 Virginia Burley. Красная. А сам ты откуда, братан? Я? Это важно? Владикавказ. Да. О, Владикавказ. Да, приятно, это приятно. По крепости как? 6-7 а-ля Dark Side. Так, надо что-нибудь попробовать, что прям максимально будет. Самый топ попробуй, красная смородина. М18. А этот, пацаны, что на Владикавказе принято там, ну, горячая кровь по акцизу, что у вас? У меня уже не только кровь горячая, но уже все горячее. Что по акцизу, или там не принято? Или у вас там акциз не по-пацански? Хорошо, заехала, заехала. Что, попробуешь или ты не умеешь мундштук надевать? Братан, умел бы мундштук одевать, ребенка б не было. Очень ярко. А что, еще и 100 булок есть? Интересно, по крепости нормальная крепость. Учитывая, что я прокурился, я устал, но я все равно чувствую. Это какой вкус? Красная смородина. Но больше на малину похоже. Хорошую малину. Я только просто кушал черную смородину. Ногами в тазике дома давил. Ты чилинтану, да, братан? Да, да, чилинтану. Знаешь, по запаху тоже на малину похож, на меня запах лезет. Дым летит. Ну, ягоды, да, прикольно, по крепости нормально. Это М18, ребят, ну, тоже советую обратить на них внимание. У них очень много вкусов. Еще минус, ребят, знаете, в чем кальянов, который я здесь курил, прокуривал, что могло не понравиться, это пиздец горячие колбы, блядь. Реально, солнце просто, ну, не дает насладиться нормально кальяном, потому что, ну, блядь, это пиздец. А знаешь, посоветовать... Тепло, как будто на чае, блядь. Посоветовать? На Дубровку приезжай, Хука Гейм 24, и поиграй. Чё, я там бываю, у меня там сервис рядом, ты чё, ну, тачку там делаю. Хука Гейм 24, конечно, я там в папку один раз играл даже. Нормально. Ебать, ты сгорел, я нахуй. Я пиздец, я в ахуе. Просто, блядь, неебическое солнце ебашит. Сгорел. Сгорел. Так, ребят, чтоб вы понимали, это примерно вот. Я-то хули, я не сгораю, я же казах, я загораю, блядь, я темнею. Вот, смотрите, вот ладошка, вот, смотрите, вот. Смотрите, как я сгорел. Солнце. Там, где солнце не видно, говорят. Мультиварка. А Джон Кальяна сварится. Мультиварка.